За что вас задержали? Можете пояснить? За перевозку наркотических средств. Где вас задержали? В городе Борисоглебск. Вам понравился город Борисоглебск? Да. Как вы перевозили наркотическое средство? Можете пояснить? Да. Ездил в Москву, Саратова, забирать закладку. В Москве ловил попутку до Саратова, чтобы положить там закладку. На каком транспорте вы передвигались с Москвы до города Саратова? На такси. Водитель такси знал, чем вы занимаетесь? Нет, не знал. Ваши близкие родственники знали, чем вы занимаетесь? Нет. Вы знали, у кого вы приобретали наркотическое средство? Нет.